Массовая коррекция криптовалют. Коррекция рынка криптовалют началась 8 июля, и за последние дни подавляющее большинство криптовалют продолжили падать в цене. Согласно сайту CoinMarketCap, коррекции подверглись все топ-10 по капитализации рынка криптовалюты. Биткоин по сравнению с другими упал в цене меньше всего, что в очередной раз подтверждает его относительно низкую волатильность. Падение цен большинства криптоактивов откинуло значение капитализации рынка до показателей весны этого года. По поводу падения капитализации Павел Кравченко, основатель блокчейн-компании Distributed Lab, считает, что причиной может быть массовый вывод в фиатные деньги средств, заработанных на ICO. Эксперты Coliscoin ожидают, что ситуация стабилизируется в течение 2 недель.